Ребята, всем привет! Меня зовут Поля, добро пожаловать на мой канал. Необычно давить меня в таком вот формате. Я сейчас вообще нахожусь в другом городе, об этом чуть позже в другом видео. Сегодня я вам покажу влог очень интересный, на 20 с чем-то минут, но вы уже знаете, из серии That Girl. То есть, как я провожу время, как та самая девушка из Pinterest, именно в Санкт-Петербурге, поэтому приятного вам просмотра. Увидимся уже в конце. Я все-таки не рискнула надеть жилетку, потому что я поняла, что там парка. Я вспотею, мне будет жарко. Кроссовки мои любимые, Nike Air Force, не могу их снять. Я все в них хожу постоянно, как только купила. Все, сейчас я пойду в универ. Там встретимся на улице. Я сейчас иду распечатывать документ, потому что у нас, конечно же, нет принтера, но пока. Вот, и потом еду в универ на метро. Надеюсь, я успею. И надеюсь, что вот эта вот туча, это не грозовая. Я за эти полторы недели уже почти как местно жить, третий раз на метро добралась без происшествий. Уже ориентируюсь. Ну, так, нормально. Короче, сейчас 19:17 у меня через... Нет. В общем, мне осталось 10 или 20 минут до начала экзамена. У меня вторая очередь. Вот. И я не знаю, что там будет. Но, слава богу, экзамен дистанционно. Будет по истории искусств. Удачи, удачи. У нас жара дубль 2. Мы сейчас идем в Дива остров. Это парк аттракционов. Но там все закрыто, все аттракционы. Мы просто идем туда погулять и сделать мне фотку для кроссовок. Сейчас идем по мосту. Классно. Леша ничего не видит. Короче, объясняю. Там вот это вот Зенит-арена, там играют в футбол. Ой. Это Финский залив. Это что-то непонятное. Тут, получается, пешеходная часть. Там мост. Ездит машина. Машинная часть. Тут всегда купаются люди. Вообще весь пляж вон там вот. Там просто как Анапа на самом деле. Здесь тоже можно купаться. Но я почему-то не очень люблю в заливах и в реках купаться, поэтому я так просто смотрю на людей. Вот. Там получается сам город. Кстати, смотрите, вот эта вот башня. Она похожа на Empire State Building, скажите. Мини-версия. Вот. Очень красиво. Такой ветерок. Прям вообще кайф. Очень похоже на Сочи. Олимпийский парк. Добрый день, добрый вечер, это Молчанова Полина, и она сейчас находится в Сочи / Санкт-Петербург. Ее не обдувает ветер, ей очень жарко. Вот, она идет рекламировать новые кроссовки, очки на глазах, и она балдит от солнечной погоды. Это велосипед. Ну все, пока. Пока. Между Зенит-ареной и Дивостровом есть такой вот парк. Он достаточно большой. Прям туда все идет. Это круто. В Питере очень много зелени. И мне это прям безумно сильно нравится. Тут просто можно вот здесь, например, пикник развести, пофоткаться, посидеть. Классно. У меня сейчас вообще будет созвон по курсу с Лизой, вот, нашим инфопродюсером Надей. И у меня почему-то очень сильно гудит в ухе. Не знаю, что со мной не так. Может быть, давление. Вот. Прям не очень хорошо себя на самом деле чувствую. Даже сегодня взяла отдых от сторис. Ну, как отдых? Меня будут видеть на YouTube монтировать. Отдыхать, не знаю, когда буду, никогда.
Короче, пока у меня был созвон, Лёша тут бегал с белкой. Вот, смотрите, она. Какая смешная. Ой. Аккуратненько подходим, подходим. Она прям вообще не боится. Обалдеть. Лёша решила дать ей шишку. Пишите в комментариях, вы бы хотели здесь жить? Похоже на Европу, на Сочи, не знаю, на все что угодно, но не на Санкт-Петербург. Это Дива остров, мы сейчас тут находимся рядом, сейчас пойдем туда гулять. Классные дома. Я хочу здесь жить. Можно? Можно. За это лето я поняла, что мне очень сложно переносить очень большую жару. Сильную, прям вот по 30 с чем-то градусов. Вот. А 15 это благоприятно. Смотри. Что? Пушок! Смотри. Жесть. Очень жалко, что тут ничего не работает. До 12 июля мы уже едем. А я хотела покататься. Тут был картинг, колесо обозрения. Вот разные есть. Экстремальные аттракционы, вот эта вот ракета, это очень экстремально, она вот так вот крутится. Сядем? Ну, давай сядем. Улыбашки! Кстати, этот влог полностью я решила снять на телефон. Вот, напишите в комментариях, как вам качество, что-то отличается или нет. Мне здесь нравится очень стабилизация, потому что на камере стабилизация не очень, и цветокоррекция. Ну, мне на телефоне больше нравится. Не знаю, что будет в итоге. Вот. Сейчас ищем место, где меня можно сфоткать, но пока нигде. У нас сегодня природа, много животных. Посмотрите их. Мы не можем перестать их снимать. Вы посмотрите, какие они солнышки. Лёша умеет приручать любого животного. Что за булочки? Мы сейчас с Лёшей шли, к нам подошла Соня, это моя подписчица. Она нашла нас по Лёшиным историям. Так приятно, не могу. Ты можешь нас снять как-то? Давай. Ты не против? Это во влог, если что. Очень приятно, что к нам девочка подошла. Лёша, даже с Лёшей сфоткалась. Кстати, многие мне пишут, что меня видят издалека, точнее нас, но боятся подойти. Вот. Я не знаю, чего бояться. Фоткаться. Потому что я тоже боюсь. Иногда стесняюсь. Вот. Так что не надо бояться, я не касаюсь. Я всегда очень мило общаюсь. Смотрите, как у нас пошел дождь снова. Ночью была очень сильная гроза. Всем привет! Это новый день. У меня сегодня утром что было? Экзамен, который все еще идет. Там просто творческое задание, нужно снять видео в парах. Мы с девочкой снимаем, я монтирую, ставлю голос и прочее. Поэтому для меня это, на самом деле, очень простая работа. Вот, еще я сегодня доделала видео, уже выложила его на канал. Кстати, кто не пробовал такое вот молоко от Альпро? Это получается миндальное, да, если я не ошибаюсь. Надо сейчас попробовать. Вот, сегодня у нас утром был очень сильный дождь. Вчера ночью тоже был очень сильный ливень, уже сказала про это. И сегодня мы идем фотографироваться, потому что вчера мне ничего не сфоткали на рекламу, именно кроссовок, тут тапки. Вот, поэтому сегодня продолжение. Не знаю, что ожидать от этого дня. Снова какая-то сумбурность, спонтанность. А Лёша тут варит себе макароны, это его завтрак. Лёша. Вкусно? Завтрак, он сегодня спал у нас долго, да, Лёша? Это солнышко. Да, это не у меня пары уроки. Ой-ой-ой. Уроки делать. Если так просто пить, то 2 из 5.
такое себе. Не очень. Но если добавлять куда-то, то может норм. Мы еще с Лешей за день, представляете, посмотрели сериал «Внешние отмели». Он такой вайбовый, прям вообще очень классный, очень летний. Очень еще красиво снят. Ждем второй сезон. Мы сейчас идем в Невскую ратушу. Там такие красивые колонны, фотографироваться. Дубль 2. Погода сегодня распогодилась, потому что утром было ужасно. Как я понимаю, мы пришли, вот это вот Невская ратуша. Не знаю, это, наверное, какое-то административное здание, да, если я не ошибаюсь. У нас стало очень жарко. Слава богу, я надела майку, еще взяла с собой футболку. Вот. Прикольно. Тут очень часто все фотографируются, и тут вообще почти нет людей. Адрес, я не знаю, какой, но запомните, что это Невская ратуша. Лёшу мы сегодня фоткаем на карточку музыканта. Он пишет музыку. Вот, могу ссылку оставить внизу. А я подготовилась. Я подготовилась, вот. Причесалась. Сейчас буду фотографировать. Лёша, не ругайся. Все, я включаю камеру. Камера включена. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way. Можно фотку сделать. Мы купили еду в перекрестке. Сейчас едем домой, Леша еле-еле идет, он очень устал. Не знаю, нам тут можно выходить? Вот, сейчас поедем домой. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. И знаете, что я поняла? Что в Скетчерс, короче, в них ходить намного проще и удобнее на какие-то дальние расстояния, чем в Форсах. Вот. Форсы очень красивые, фотогеничные, но у меня в них нога устает просто после 1 километра, а в них я могу ходить, и они очень мягкие. Вот, это просто мое мнение. Такой большой набор из магазина, просто ужас. Причем тут все только мне. Лёша отказался от арбуза, убрал его. Вот. Ну, может быть, если Лёша сегодня захочет. Я не знаю, он сладкий или нет, потому что сейчас только июнь. Вот, также купила себе Альпро с ванилью. С ванилью должно быть нормально. Мой любимый сырок Александров, какая-то булочка с корицей и яблоко Грин Смит всегда. Всем привет, ребята! Сегодня третий день, да? Или какой-то, не помню, как я снимаю влог. Сейчас 9 утра. Я иду сдавать зачет по английскому. Это получается у меня последний зачет. Я закрываю сессию. Вот так вот. Сейчас смочу прямиком на метро. Я почти подошла. Слава богу, я не забыла студенческий. Вот. It's my university. I'm going. Lose over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. Justin? I don't need that energy around me. Я сдала английский, притом это было для меня легче, чем я думала. Вот, просто у меня иногда в стрессовой ситуации я часто тексты, которые я учу, я их забываю. Именно вот когда надо их рассказывать, хотя я очень быстро вообще все запоминаю. То есть у меня просто очень хорошая память вот на тексты, особенно на визуальный какой-то такой формат. Не знаю, я очень хорошо это все дело запоминаю. Вот, меня похвалили, сказали, что я хорошо рассказала. Вот, что хорошо говорю для своего уровня на английском. Здорово. Плюс 1 к самооценке. Сейчас иду обратно домой. У меня там есть арбуз, вот, который я вчера не съела. И еще сегодня я увижусь с девочкой, с которой мы не виделись, наверное, года 2-3. Ксюша Путина с Тодосом. Тут всегда так классно. Просто идешь, только гуляешь. А там вот как раз универ. Я сейчас еще, может быть, зайду в какой-нибудь магазин или пекарню. Сейчас иду встречать Ксюшу. Она меня ждет в метро. Волнительно. Привет! Пришли с Ксюшей в Буше. Вот, взяли сырники, лимонад. Thank you.
Ксюша меня привела в какой-то двор. Хотела, чтобы мы поднялись, но там все закрыто. Чисто у тебя тут. Я вернулась домой, что тут весь день хозяйничал. Короче, я сходила в магазин, купила бананы, батончик, два сырка, нам с Лёшей, багет, сливочный сыр, клубника, йогурт, кашу не на утро, и все. Я уже умылась, значит, Лёша мне говорит, пойдем в магазин. В итоге мы купили мороженое. Вот. И сейчас идем домой смотреть сериал «Черное зеркало». Будешь смотреть? Или какой-нибудь фильм? Не знаю. Кстати, сейчас на секундочку 11 часов вечера. Белой ночи. Прикиньте, как ярко еще. Ярко, как ярко говорю. Как светло. Всем привет. Ситуация такая. У нас, короче, отключили электричество. Прям вообще во всем доме. Ничего не работает. Вот. И я не успела позавтракать. Я хотела сделать кашу. Там нет, не работает ни микроволновка, ни чайник, ни плита, ничего. Вот. И, короче, ничего не успела сделать. Волосы сами высыхали без фена. Еле-еле как-то накрасилась. Сейчас идем в центр, еще идет дождь. Вот. И там хотим где-нибудь покушать. Еще мне нужно найти одежду. Поэтому идем еще в галерею. Сегодня, кстати, последний день тут. Дождик. Мы, кстати, всегда, когда откуда-то уезжаем, заметил, всегда погода становится хуже. Я здесь была, наверное, примерно, что просто минут 40. Я, короче, беру юбку такую вот, беру майку и такую вот футболку тай-дай, да, вроде так называется. Она такая милая, я не могу ее не взять. Шорты не очень, это тоже не очень, короче, потом покажу дома. Это Лёша меня уже заждался, он меня ждет 40 минут, наверное. Лёша. Я там, короче, нашла юбку, взяла ее просто рандомно. Я не знаю, подойдет она мне или нет. Мы снова пришли на залив. Тут в этот раз вообще никого почти что нет. Хотя сейчас 9 часов в самый разгар, потому что сегодня не так жарко. Вот, очень красиво. Мне сейчас Леша немножко пофоткал. Возьми. Спасибо. Сейчас идем в Starbucks. Я хочу купить себе первый раз айс-латте. Не знаю, дойдем мы до него, нет. Короче, я первый раз попробовала айс латте. Он очень вкусный, кстати. Но нормальный. Я не люблю кофе. Но айс латте прикольный, короче. Не знаю. Тут мило подписали Поля. Поля. Вот. Я довольный. Хочешь попробовать? Ну как? Такой же? Доброе утро, ребята! Посмотрите, какой у меня сегодня красивый завтрак. Зеленый чай. Уже не жара. Клубника. И овсянка с бананом и клубникой. Такой вот у меня красивый завтрак. Сейчас буду кушать.
смотреть видео на YouTube, потом мне надо будет снять видео самой. И уже сегодня мы собираемся и уезжаем домой. Мы ни разу не сходили на этот стадион, или Лёша ходил. Ну ладно. Всегда фотографирую завтраки перед тем, как поесть в сторис. Это просто must have. У меня сейчас часто завтрак стынет, и я ем все холодное ради фотки. А мы сегодня уезжаем уже домой. Я забыла, мне камеру зависит. Я вчера забыла показать, что я вообще купила. Только в Страдивариусе, представляете? Там были какие-то скидки. Это, я там себе много всего нашла. Короче, первое. Соседи. Спасибо, я хотела сейчас видео снимать. Такая в горошек, она, кстати, с шортами, что очень удобно. Ну, вы меня понимаете. Вот, следующая юбка, она такого же кроя, но уже больше похожа на какую-то именную юбку, не знаю. Лёша называет это гавайским вариантом, муана, все дела. Вот, я ее померила. Сначала я в ней сомневалась, потом она мне понравилась, и я поняла, что я все-таки ее тоже возьму. Еще я взяла майку. Обычную майку. Голубую, не розовую, не фиолетовую. Я молодец. Меняю разные свои цвета. Еще одна такая футболка, получается тай-дай. Вроде бы так называется расцветка. Я ее померила, она мне очень сильно понравилась, и я поняла, что ее 100% возьму. В целом это все. То есть мне этого хватит. Купила тряпки и довольна. Да нет, на самом деле одежда классная. Вот как раз таки можно ее будет сейчас носить. И до конца лета. Сегодня мы уже собираемся, как я сказала. Я буду брать стол, одежду. Вот. Я тут уже собрала свои вещи из ванной комнаты. У меня целый шкаф одежды. Я еще чемодан не собирала. Видите, да, у нас как-то все. Я в ванне немножко прибралась. Сложила полотенце. Вот. Тут осталось только Лешина. На кухне тоже надо будет доприбраться. Мы поставили один раз посудомойку. Там уже она постиралась, посуда, так что сейчас ее надо будет достать, поставить новую. Соседи, спасибо за то, что вы сверлите. Все, я сейчас села снимать видео, надеюсь, что все получится, и я буду себе нравиться в камеру, потому что у меня бывает такое, что мне все бесит, мне ничего не нравится. Вот, я сейчас ответила в директе, вот, в сторис еще не вышло, поэтому буду сейчас снимать. Кстати, зацените мой штатив. Мы, значит, складываем чемоданы. Леша сложил все свои вещи вот так вот. И Боля. Черт, у нас проблемы. А у меня еще, оказывается, вот одежда. И я не знаю, как ее сложить. Трубочка, я тебе по-другому никак, Поля. Ты посмотри, это вся моя одежда. Я не знаю, что я. У нас сейчас будет созвон с девочками с марафона по курсу. Вот, я думала, что это будет в зуме, но передумали и теперь делаем просто в Телеграме. За такую прекрасную возможность. Оля, ты в таком возрасте еще. Написала, она искала именно. Я бы себя на работу наняла. Я увидела эту анкету у Лизы, сторис, и я подумала, а почему бы и нет? И я ее запомнила. Ну все, мы собрали все вещи, я переоделась, мы везде убрались, надеюсь, что я ничего не забыла. Я так кепку спешно доделала. Так, в общем, тут мои кроссовки, одежда. Лёша в шоке, что у меня так много вещей. Еще мой портфель, и еще мой чемодан. У Лёши один чемодан, понимаете? Вроде бы. Все, будем прощаться с этой прекрасной квартирой и с этим прекрасным районом. Недалеко от залива, мы вернемся. Вернемся. Все, мы теперь полностью оделись, я надела свои кроссовки. И это Лёшин чемодан, это мои вещи. Неплохо. Все, вырубаем свет и пойдем. Посмотрите везде, сколько народу. Мы пытаемся найти место, чтобы с нашими чемоданами. Кстати, там просто везде очень много людей. И я не знаю, куда нам встать. Точнее, мы уже пропустили 5 поездов. У нас 2 часа, мы положили чемоданы в ячейку. Сейчас идем куда-нибудь сидеть. Мы как-то очень устали, я не знаю, что с нами не дал. Надеюсь, что мы не отравились. Иначе это будет очень весело. Myself.
Ain't tryna complain, just don't wanna explain it. But it's so